Мы все-таки то поколение, которое еще помнит, что наши деды сражались с фашизмом в 41-м году. И вот сейчас мы уже то поколение, чьи дети сейчас сражаются тоже с нацистами, с фашистами. Вот с этим, как сказать, с возрожденным. Не знаю, кто его возродил, конечно, в этих организм, ну, людьми не могу назвать их, вот честно. Не знаю почему, но отношение у меня к ним негативное, вот честно скажу. И я решил поддержать акцию все-таки, наших, нашу армию поддержать, которая борется с нацизмом. Мне кажется, все-таки мы воюем за правду, и победа будет за нами.